Выходной ансамбль работы скульптора Григория Орехова в строящемся парке Малевича высоко оценили международные издания. Этот масштабный монумент посвящен памяти Казимира Малевича и признан уникальным образцом современной российской скульптуры. По словам самого автора, он рассмотрел черный квадрат в объеме и намеренно сохранил его неприродность на фоне парка, что стало важнейшей чертой объекта.